Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня всей семьей собрались в зоопарк в Антарийске. Доехать до сюда можно на... Чем можно доехать? На трамвай, на автобусе, да. Есть классное предложение Moovit. Можно его себе скачать, и оно вам... Ой, чуть вас не уронило. Покажет путь. Так, сейчас узнаем, сколько билетики стоят, и пойдем. Взяли 14 лет за двоих. Ну, Монечка троих, подарок. Да. Монечка, тут детям до 12 лет бесплатно. Ну, вообще там ученические 2 лиры, 7 лир, 20 лир, не знаю почему. Ребят, в общем, это не простой зоопарк, тут очень много пикниковых зон, всяких беседок. Собственно, я вам попозже покажу, с каким мы пакетом вышли. Сейчас сначала сядем, покушаем. Моника уже, да, вообще она уже на этот стол села, но там дальше очень красивая зона. Так что, нет, так сказать, не садитесь тут. Там около прудика и все такое. Вообще классно, тут такая территория, вся основная, в принципе, в тени, куча всяких сосенок. Ну, кстати, животные... О, сколько? 96 сантиметров. 96 сантиметров? Ну, когда что-нибудь, какой диагноз покажешь? А весит, кстати, 17 килограмм. Я думаю, что мне так тяжело, мы недавно ее взвесили. Опа. 17 килограмм. Слушай, почти 90... О, она на носочке стоят. Хитрый. А, так она еще на платформе, там, сантиметр убрать немножко. 96, да. Кстати, масштабы нашей закупки. Тут килограмм, наверное, 8, там фрукты, овощи, колбаса. И еще у Дениса сзади вот это все, да. В прошлый раз кафе не работало, скорее всего, сейчас там работает, возможно. Кстати, ой, 500 метров до этого, да? Обалдеть. Тут, кстати, сюда можно заехать на машине, если у кого-то есть. Но, опять же, не до конца, вот там где-то они останавливаются. Да, мы здесь были, когда Монике было 1,5 годика. А сейчас 2 года и 11 месяцев. Тут уточки. И даже, по-моему, по-английски написано, да? Ну, это не такие, это там другие, наверное. Вот там, а по-английски есть? Конечно, да. Не вижу где. А, вот красное все вижу. Вот мы хотим около прудика куда-нибудь присесть. Вот тут есть такая беседочка. Вторая беседочка. Третья беседочка. Пойдем снизу. Пошли чуть-чуть снизу. Он снизу, там аккуратно, мотоцикл. В прошлый раз тоже не было фонтанчика. Вот, и мы там где-нибудь в беседочках сядем. Там так поприятнее. Тут пекинская утка и какая-то... Тут очень много уток. Мусковитная утка. А пекинская утка, это, белая, я думала, какая-то блюдо. Вон оно. Масштабы нашего стола. Я с утра встала, сварила кукурузку. Взяли хлебушек, колбаски. Кстати, самые вкусные колбасы в Турции. Индейка с Турции, с этим проблема. Там утки на заднем фоне. Вон сколько. 2 кефирчика, йогуртик, не знаю чем, майонез чесночный. Это, и самое главное, мы взяли кучу фруктов. Я думаю, мы их, ну, большинство скормим животных. Тут персики, и морковку еще взяли. Яблоки, да, виноградик. Ну, морковку, да, все животным, бананчики. Я думаю, может быть, макаки будут? Это сами. Ребят, в общем, зона огромная, она тянется так от начала. Мы все никак не войдем. 600 метров, да? А еще 300 метров. А я хочу сказать, беседок на всех хватит. Ага. Ой, так хорошо, тут так на, вот мы живем к морю поближе, вот, а это прям в горах зоопарк. Практически, наверное, в самом север Кипеза, да, вверху Анталии. И тут более сухой воздух. Хорошо, легче переносится. Вот, и мы решили освободить весь пакет, потому что там, в принципе, большинство морковки, яблок, винограда и бананов, чтобы было легче ходить. Сейчас сразу всех покормим, накормим голодающих зверей. И пойдем уже по всему остальному зоопарку. Да, вход там. А, да, точно, кенгуру. Мы в прошлый раз на этом закончили, а сейчас начали. Кстати, одно из первых видео на канале у нас про зоопарк. Лошадей. Ой, на лошади покататься. Там, козочке, да, а, кстати, рядом тут фантастик парк, и там можно и на лошади покататься, и львов покормить. И там зиплайн есть. Что там еще? Мы на мой день рождения ходили. Всякие тоже много шариков. Там, ну, еще сафари, можно львов покормить. Было, да? Да. Так, можно. В общем, такой более парк развлечений. У них гранаты растут там. Прикольно. У них собственный сад. Кенгуру. Погладить. Давайте, они большие, все-таки сильные. Давай, пап, яблоко нам разрыхляй. Ну тут маленькие они, кенгуряшки какие-то. Лежат все в тени, жарко. О, смотри. Сорока? А вот сорока, да, сейчас тащит. Она какая-то... Она бочком. Сейчас тащит. У нее, наверное, крылышки болят, судя по всему, нет? Не-не-не-не. Сейчас у этого кенгуру ближайшего. Давай кенгуру покажем.
Вот тут еще время. Тихо. Да, у них тут тихий час. Ой, пап, смотри, Моника в грязи. Что-то они какие-то это заторможенные. На. Я взяла. Правда, я морковку не мыла. Ой, какой хорошенький. Ручки не суй, а морковку суй. Может, яблочко дать или виноградик? Ой, понюхал. Понюхал тебя. Не хочет. Не хватит. Да не хочет. Он не хочет. Дай попробуй. А виноградик? И виноградик не хочет. А ворона? Ребят, тут какая-то, кстати, сорока, она ручная. Смотри, как говяз. Смешная воронка, да? Прав с рук взяла. Ага. Я говорю, она как-то прыгает, мне кажется, она без крылышек. Не-не-не, это нормально. Не, Микусь, ну морковку она не будет. Она ест морковку. Она как не видно. Перетягивай мне канаты. Да. О, Моника отломила сама морковку. Поменьше. Давай, давай, не бойся, не бойся, не бойся. Она аккуратненько возьмет. Не факт. Ой, ну она не подавится ею? Она, она себе гнездо отнесет? Ой! Да. В общем, пришли в зоопарк, чтобы на вороны посмотреть. Да на ворону! Ой, уронила. Ничего, она заберет. Пошли, стали животные. Красная шея какая-то в алабе. Ага, то есть она небольшие какие-то, карликовые, да, порода? Маленькие. Надо маме было ножик, наверное, взять, чтобы морковку. От 6 до 10 метров в прыжке. А они тогда бы забор перепрыгнули. Ну, наверное, в длину? 20 метров в прыжке. Та-дам, все, входим наконец-то в зону это кормильного зоопарка, трогательного зоопарка. Ой, Микусь, а можно вставить туда мордочку и будет как макака? Давай сюда идем. Да, встань сюда, лицо сюда надо вставить. Я думала, это какой-то животное звук издает, это Денис был. Вы слышали? Рев. Смотри. Мангуст. Вот так мангуст выглядит. Орел. Хорек. Ну, похоже, да. Дай-ка подкинем чем-нибудь. Ну, они более активные, чем кенгуряшки. Так, сейчас я встану что-нибудь. Давай, чтобы нам тоже было видно. О, виноградик. Виноградик ест, копает. И второму, а там еще третий лежит, отдыхает. Ну, кто отдыхает, тот отдыхает. А ты не думал, что это Монечка должна была кормить? Надо шутить. Моника стоит тут за клеткой, так смотрит. Это германский гигантский кролик. Доча, смотри. Реально гигантский. Моника, иди сюда, тут кролики. Кролики морковку любят. Ты сфокусировался там внутри? А, он прячется. Можно. Не, смотри, какой он гигантский. Да, я знаю. Можно через стекло, но оно грязновато. Я не отсвечиваю, да? Лучше, наверное, взять. Они, смотри, вон кролики. Давайте, внизу. Ой, я думаю, они там сыты и не подойдут на такую мелочь. Всего лишь ли морковку. Ага, а знаешь, как лапами за это сильно бьют? Килограмма 6. Нет, не хотят. А давай им яблоко, ребят, у нас тут... А у них тоже там есть яблочко, они яблочко кушают, да. Шведский стол. А может, кукурузу им дадим? Не, не надо. Не? Нет. Кукурузу. Ну, эти хоть так кормят, настишь. Так их всех кормят. А, ну да, у них там целый стол. Никусь, пойдем дальше. Пошли других вот покупать. О, смотри, прибежал. О, какие классные. Они такие большие. У нас камера, ребят, немножко уменьшает. Они такие классные. Ну-ка, давай что, виноградик, наверное, подкинем. Подкинь виноградик. Или бананчик дай. Виноградик, давай. Яблок. У нас много яблок. Если бы я знала, я бы еще больше взяла. Нет, тоже много яблок. А яблочко больше? Не, ну и ладно. Ну и все. Пошли. Ну, может, вот яблоко этот? Будет. Нет, закормленная. Да? Кто это у нас? Пошли смотреть. А можно ее трогать или она... Можно, я чесал его в прошлый раз. Сверху, сверху гладь. Сверху гладь. Снимаешь? Ага. На. Окусила. Ай, упала. Дай бананчика покормим. Да, там давай. Классно, Микусь, отойди немножко от клетки. Вау, какие классные! А кто это? Кто это? Кослики какие-то? Вау, какие классные! Мы с тобой информационный прям портал. Какие-то кослики? Ананас образовательный. Нас свою любят. На, аккуратнее. Не, ну бананчики я оставляла другим животным. Эти морковку дай. Кожурку очень любят. Ты думаешь? Угу. А им можно вообще кожуру? Можно.
Все, я отпускаю. Дай, сейчас, а смотри, какой маленький. Папа, тут маленькие не достают. Все. Вот это стадо малышей. О, смотри, какой хороший. И этому, да, он тоже тянется. Ой, у них... Когда доченька близко не подходи, могут волосики заживать. У них, да, у него даже маленькие рожки синие проклюнулись. А у больших нет рожек. Они что, отпадают, что ли? Нет, должны быть. Ну, это, ой, наверное, пап, самочки. Но они только... Нет, они кожуру не любят, наверное. Любят. Они кушают. Это а то почему не съели? Это малышарик, наверное, еще не умеет. Да не умеет. Классно. Ой, смотри, а вот эти дальних покормим? Давайте их яблоками, а то на всех не хватит. Ой, ты ему по голове заехал. Пигмейская коза? Она говорит. Ну как тебя кормить, а я чтобы не посел. Просто бросай. Смешная какая-то, на чертиков похожа, ага. Да? Ага. Мне кажется, веселее всего папе в зоопарке. А Монечке? Смотри, какие лупоглазые, да? Ага, такие смешные. Самое что интересное? Так, это не баран, это тоже козы. Пакет забыл. Смотри, вот самое интересное, обратите внимание, у них глаза смотрят в одну сторону. Ребята, смотри, какие мои. Сюда прямо смотрит. А этих в сторону. Как у попугая. Я хочу бросать. Бросать хочет, пап. Сейчас. Ой, там тоже маленький малыш. Прикольный. Такая, этих чем похожа. А давай, а это морковки, больше всех морковки у нас. Больше всего морковки. Да. Ой, они сейчас за пакетом. Тянутся, ну не дотянутся. Ну, слушай, какую дырку сделала. Она что-то засасывает, они... А это маленькие, они еще не умеют откусывать хорошо. Они умеют. У них мышц мало, поэтому они плохо кусают. А не подали? Вот этому большому дай, он ее откусит. А большому мы уже дали. Аккуратненько, аккуратненько. О, он едет. Ну-ка, сади-ка. Так, а ты еще жуешь что-то. Во, видишь, взял, откусил. Я сейчас боюсь сейчас пальцами. Ну, как вот маленькому дать, чтобы ты взял и съел. Да. А, черепахи, они, в принципе, всеядные. Они и мясо могут, и это очень. Да? Ой, реально, их в прошлый раз столько не было, сколько много так. Смотри, маленькие черепашаты есть, вот там крупнее. Я одну показываю мне на приближении. Вот такой смешной желтый, где он. Так, Моника уже... О, крокодил! Крокодила тоже в прошлый раз не было. Был. Денис всю картину испортил. А тут, кстати, клетки с попугаями. Одна и вторая. Сейчас тоже с вами пойдем посмотрим. Там не попугаи, это сова. Ну, в прошлый раз были попугаи, мне кажется. Они яблоки. Пойдем, Микусь. Я не помню, честно. Ну, как всегда. Ребят, там, по-моему... О, а это аист настоящий или искусственный? Настоящий. Да. Настоящий аист. Вам видно, в тени там стоит? Да, шевелится. И павлин. Конечно, через сетку не очень хорошо видно, но мы стараемся. Но самое прикольное, получились козы, потому что их можно покормить. Дальше там еще интереснее. О, это кто? А я думала... Да? А я думала, обезьяны такие лазилки. А, вот он. Так, это кто, барашки? О, вот Бе. Это барашка какой-то. Микусь, твои родственники. У нас Моника всегда говорит Бе. Давай это... Мирская какая-то овца. Доставай морковку. Морковку? А как его подманить? Ой, да вон он же внизу лежит, смотри. Что, нет, смотри, вот... О, Бешка. Да. Бе. Он говорит Бе. Да, как ты, Микуська, говоришь Бе, и он также говорит Бе. Нет, давайте подлиннее, да, Марк? Мало ли чего. Давайте понадавали. Ну, да. Какие есть. Надо было, наверное, еще больше взять, да? У нас еще где-то полкило дома осталось. Потом тяжело тащить. Ага, утаскивает. Откусить не может, видимо, и эту. Ну да, они как-то у них более засасывательные. Это маленькие движения. А старшенькие они ломают. Ну, отдай ему, отдай мне кость. Пусть поест. А что-то тебе вообще... Ленивый, там целая
Ой, а ты видел голуби наверху? Нет. Они же настоящие? Я не видела. Настоящие? Да, отпусти его. Спрятались. Ой, если мама, то надо аккуратнее. Мамы бывают злые. Иногда очень. Аккуратненько давай. Ручку протяни. Пап, так он копыт. Ой, там смотри, он сосет в процессе. Слушай, Моника. Да. Он прям, слушай, на Монику похож тоже так. Вот, видишь, ням-ням-ням-ням, сиську. Отдай. И малыш, да. Прям козликов очень много, да? Да, разных козликов. А я видела своих любимых этих блогеров кукаяк. Они были в этом в отеле в Кирише. Там прям козлики по горам, вот в их отеле, короче, понял, прыгают. И на территории отеля тоже. Может, кто-нибудь тоже есть, разделяющий мою любовь к кукаякам? Не знаю, может, нет. Это канал мой тут называется, на всякий случай. Ты моешь ночки. И второй хочет. Ребят, на самом деле зоопарк, ну, мне кажется, на целый день, да, так? Ну, на большую часть дня ходить. Моника, стой. Да. И в прошлый раз тут были, ну, они и сейчас есть, ослики. Я помню, у Дениса прикольная фотка получилась, даже не было особо понятно. Они целуются или не целуются. О, слушай, тут тоже везде нарисовано, что пальцы не совать, иначе откусят. Смотрите, сколько осликов. Твои любимые. Да. Раз, два, три, вот четыре, пять. Вот этот не кушал. Так, отдай. А ты в прошлый раз залезал, да? Ну, слушай. Ой, смотрю. А ты главное, как в прошлый раз он тебя не куснул. Ой. Странно. Да, странно. Ты смотри. Но он тоже хочет бананчик. Они что, шкуру банана едят, да? Да, они прям очень любят ее. Мне кажется, от безысходности. Если дал бы банан бы им. Очень любят. Не, они не понимают. Так ты морковку просунь. Пап, я только рукой. Мою руку не надо. Серьезно? Нет, три. Из килограмма морковок. Вон, идет. Так лениво. Блин, так и маленькая, я знаю. Так ты кинь в нее, кинь туда. А, вот, слушай. Точно, идеальное преступление. Ой, упала. Маленький вообще. Ну, то я хотела, чтобы она сверху. Пап, положи, нам ее не видно. Ням-ням-ням-ням. О, слушай, звук сыр, такой, да. Такой звук. Такой звук. Хрум-хрум-хрум, морковочка. Закончим, давай. Смотрите, какие зубяки, да? Зубяки. Ну, ей неудобно взять. Чуть-чуть просуньте. Вон, вот она точно прокушает морковку. Какие зубяки? Ау-ау. Как тебе, нравится лошадка? Да. Классно. Ой, там лес слева еще идет. Вот, я испугалась. Кто-то. Вот, и чем мы будем кормить? Папа все бананами скормил. Ну, вообще-то это для меня виноград и яблоко. А, их не покормишь, тут две клетки. Зеленый. А вот, смотри. Ну, есть зеленый оттенок, есть. Кто скажет, что не покормишь? А как тут две клетки? На Дениса похоже. Какая-то ленивая. А то ей что-то особо не надо, она как-то подтормаживает. Это когда еда с неба падает. А ты говоришь, что они виноградик любят? Ну, конечно, любят. Все любят виноградик. Ну, они, наверное, может, жарко, может, болеют. У них, кстати, очень большая зона, ребят, он со всякими лазилками. Пойдем дальше. Ребят, крыса какая-то. Ну, крыса, это выдра, Настя. Да? Сейчас приблизим. Матрешки. Не знаю, похож на крысу. Или не выдра, кто это? Тут табличек нету? Тоже как-то нет. Ну, похож, это похож на большую крысу. Может... Ребята, смотри. Обалдеть, они вдвоем кайфуют, они целуются? Нет, это холоднокровно, они так загорают. Красиво, смотрите, какой огромный хвост, какой длинный, Микус, смотри. Самое что интересное, я ловил таких же, только маленьких, и у них лапки, причем так, такого же формата. То есть, видишь, пальчик один длинный. Интересно. Смотри, какой настоящий. Я не ожидала, если что. Ну, есть колбаса, дайте. Ну, сейчас какого в клетку встукнется. О, а вот выдра, смотри. Вот, ребят, наконец-то видно кого-то в клетке. Что-то шли-шли, там никого не видно. Сплошная клетка. А тут пеликаны. Они что? Кстати, видишь, как он этот... полоскает, да? Жуваком. Может, рыбу ест? Нет. Они там хранят временно. О, а вот это как цапля? Ага. Настоящие, видишь? Мне кажется, если сейчас.
Не знаю. Ребят, еще отдельно стоит террариум 2008 года изготовления. По идее, всякие черепашки. Ой, реально шкура. Змеи. Знаешь, это так змея шкурку меняет. Кукурузная змея. Оранжевая. О! Да. Это тоже интереснее. Прям на стекле. О, и три. Их там 3 штуки. 4? Обалдеть. Сколько их тут? Они как червяки. Сколько? Я 4 насчитал. А тут, мне кажется, в тонке 2. Да. Ребят, мы все ходим и обалдеваем. На самом деле, мы в прошлый раз были. Но все равно всегда интересно. Я хотел бы увидеть, как они вообще туда наверх залазят. А я в прошлый раз видела, кстати. Да? Да. У нас, по-моему, даже на видео есть. Смотрите, куда залазят. Специально для них такие мельницы построили, чтобы они туда скакали. Что-то сейчас жара, все они какие-то неактивные. Моника решила пересесть на пикник. Пойдемте, может быть, вон в эту. Нет, нету клещей. Пойдем в эту, в беседочку сядем. Перекус номер 2. Моника хочет покормить козла. Мы присели, ребят, вот с таким видом. Классно. Сейчас потихоньку разложимся, поедим. Денис уже им кинул кукурузу, и он теперь подсматривает. Да. Они, кстати, любят. У нас еще есть. С такими глазами. А козлятушки? Такой смотрит, эй, так давай мне. Мне дай. Видел, как он там? Губёками-то. Ой. Сверху тут больше. На. Ты видел удар вот этот? Ну, они просто, на самом деле, он пытался... Кстати, как маленький. Такой сладенький. Большому, конечно, больше всего надо. Ну, всех все поел. Это поела. Это самка же. Большой, иди там. Пока маленький. Губюхами так. Я боюсь. У них зубки маленькие, они пока не сильно больно укусят. Очень обнадеживающе. Мне кажется, они до нас здесь достанут. Надо отойти, да? Ну как достанут? Не достанут. Мне кажется, достанут. Это вот написано, что это лошади полурослики. Это красиво? Нифига себе. Мне кажется, у нее целый рост. Не, ты что? Ой, какая красивая. Ты ее дай-ка красиво этот, снимаешь? Яблочко. Кукурузку можешь дать. Кукурузку? Ага. Сейчас я яблочко. Кидай, я с ладошки боюсь. Я тоже боюсь. Ой, прям на нее. Она не обиделась. На. Они это плохо соображают. Хотя вот, опа, ну-ка, давай. Практически. Мамы... Все, кушает. Это баба? У мамы тупит. Это баба. Так, слушай, что ты не хочешь? Красивая. Это баба ходит? Я не знаю, то есть тут и мама, и папа, тут все подряд. Мама, папа. Как тебе погладить, чтобы ты меня не укусила? Никак. Там даже написано, что нельзя. Тебя можешь погладить? Нет, сейчас откусит Денис. Ой, тут целый табун. Первый табун. Лошадей. Ну, на тебе. На тебе, Макроф. Все, драка пошла. Ой, Геннадий, ты что ты животных стравливаешь? Яська, знала. Проткни ему. Да ногой, ё-моё. Все, топаем к ламе. Пакет потихоньку уменьшается. Морковки уже все не осталось у нас, да? Чуть-чуть осталось, пересеченная местность. Ага. Мама. Мама, иди. По-моему, здесь должен быть у нас бородавочник. Это как в Тимоне и Пумбе. Пигмейская свинья. Ой, смотри, сколько. Маленькие, хорошие, смотри, в грязи. Ой, валяются. Вообще мелкие. Ну, купи такого. Купи такого. Тебе побольше или поменьше? Ой, там огромный валяется. Ну, поросятушки вообще, смотри, такие. Ты тебя перепуталась. Они купались. Ага. Ты будешь грязь дома наводить, чтобы они в грязи купались? Купались в грязи. Вот дикий этот кабан. А на улице будет грязь наводить. Так, нам туда. Морковка закончилась, есть огурцы. А Аня любит огурчики, кстати. Так, попробуем покормить ламу. Без моих пальцев. Да, ну лама у нас достаточно агрессивное животное, так что аккуратней. Я тоже, конечно. Кто из нас победит? Ой. Ест. Планируем, чтобы их есть? Не, они любят их. Подмешь еще разочек. И вот на второй отдыхает, смотри.
Зубы, конечно, ух. Там воткнуть ее никуда. Может, туда вон, на ту штуку. А, ну как маленький? Я думал, чуть-чуть поменьше, наверное. Погладить дашь себе? Палец есть лишний. Ну, верблюда похож чем-то, да, моська? Ну да, кстати. А тебя можно погладить? Нет, не хочу. Дай тебя тесить погладить. На, подержи. Не. Лама не надо. Лама! А она там не покорялась? Лама, иди сюда. Лама, иди сюда. Ой, слушай, вот это шаристый какой, а? Давай ей еще дадим. Коленем идем, смотри, сколько коленей, да, чуть. Держи за пальчик крепче. Гладит даже? Пошли быстрее. Ребят, ну олени самые милые. Будет яблоко, положи. Пыль? Ну, это самый красивый. Я сама боюсь, Микусь. Так, аккуратно. Все, давай, кидай ему. Съел? Не, не укусил. Но они могут нечаянно укусить, как подумать, что твой пальчик — это вкусное яблочко. Ага. Сидите тут, не уходите, Моника говорит, чтобы вы понимали. Пакет просто посредине разоряют. У нас там петухи осталось. Ну, хочется всем, чтобы, да? Ой, с другой стороны тоже олени белые. Монечке понравился. Но большой самый такой наглый, хочу сказать. Пойдем, Микусь, тех того покормим. В ход пошли персики или нектарина. Очень миленький. Аккуратненько. Моника, я хочу посидеть. Я хотела вам снять. Там где-то наверху водопад. Мы в прошлый раз забирались. Где-то вон там. Там, да? Вон, да. Ну, сейчас мы туда не пойдем, вообще не хочется. Там как бы, ну, водопад и водопад. Там, да, особенно. На голову. Тем более. Там голова потёк вроде. Да. Ну, давай, посиди. Обычно оттуда виды фоткают. Да, Монечка устала. Мы сегодня без коляски. И даже без ручек. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Но на обратном пути, я думаю, мы это справим. На обратном пути меньше нести, так что можно. Ну да. Смотри, опять этот олень. Он нас преследует. Господи, как он жалобный, а? Он один подходил кормиться. Еда халявная бегает. Ну как халявная? Ну, у него вся еда халявная. Глаза построишь, все покормишь. Смотрите, что мы делаем? В походных условиях забыла нож. Так вкуснее, да? Не, вкуснее ножом, но так тоже вкуснее. Дочь тут бесится немножечко. Дай куснуть. Да, очень вкусные сладкие, они сейчас сезон. Ничего себе. Это как лошадка. Это, знаешь, на что похоже? На киви и зеленую клубнику в смеси. На драгонфрукт похоже. Не, я хочу печь. Мамуль, подели его на части. Чтобы можно было это несколько животных. Мне кажется, они не съели. Сидят. Монечке тоже дай. Монечке дай. Я боюсь, там зубы у него такие большие. О. Конечно, я тебе говорю, едят. А можно вообще? Можно. Камера. Монечке дай. А побольше. Да, брось. Побольше нету? Нет, второй есть кусок. Ой, ну вот. Давай к нему туда, аккуратненько. Давай, дырочку бросай. Ты мой сладенький орешек. Слушай, ест. Конечно, ест. Это знаешь, как обалдеть, как вкусно ему. После травы-то. Все, больше ничего не надо давать. Такие классные, ребят. Тут есть водопой, если вы вдруг забыли водичку. Так, на самом деле есть три дороги. Вниз, посередине. Но самое главное, не пропускайте вверх. Там вот клетки. Прям к скале приклеены. Я забыла, кто там, но я помню, что там что-то интересное. Птицы, да? Орланы.
А тот олень все так же смотрит в глаза через клетку. Она дуванчик хочет сорвать. Фух, ребятки, пойдемте. Ребят, чуть не пропустила, уже вверх ушла. Собственно, голова Тативерка и водопад. Туда многие забираются, оттуда фотографируют. Ну, мы ленивые. Да, ну мы ленивые, ребят. Ну, это кто на машине забирается, там в круговую можно объехать, на самом деле. Одуванчик. Одуванчик, да. Красиво. Пойдемте смотреть, кто там в клетках лазит. Ребята, тут Анталия прямо на ладони. Вон тут, откуда мы заходили на гастройки, там кипец на горе, который... Настроенный. Море даже видно, да? Да. Красиво. А горы я не вижу. О, красивые, многослойные, такие многогранные все. Очень красиво. Мне еще нравится очень вид, когда летишь в Турцию. Там самолет очень красивый. Все? Покупаться в бассейн? Надо на море было сходить. Мы вчера что-то не сходили. Сегодня надо дойти. Жарко, да, еще? Ребят, по всему зоопарку стоят беседки, поэтому не останетесь голодными и без сидения. Вот это все зоопарк, кстати, вот эта лесная зона. Ну, вот на то, что мы смотрим с вами, это все зоопарк. Поэтому тут так прохладно. Ну, не считая вот этой горы. Так, кто тут? Кто-нибудь кого-нибудь видит? Арен? Ого! Мишки! Громадные ребята! Смотри, какой это мишка гризли, по-моему. Не знаю, но очень большой. Грызли он кого-нибудь или не грызли? У них прибавление, говорю, в прошлом году было 3, а сейчас 4. Может, прятался. Слушай, такие прикольные в джакузи сидят. Там что-то... Жарко, потому что... Как парни в клубе. Ой, 4. Ой, смотри, как он на задних лапах. А давайте им тоже покушать что-нибудь, это, кинем. Ну, яблочки. У нас есть немножко колбасы. 60 грамм. Нет, давай яблочек купим. Мне кажется, им... А, тут им проволока, там близко нельзя подходить, да? Мне кажется... Это целый, не, большая. Надо как-то лучше лошадям. Чтобы попустнее было, а так глядишь, если себе. Мне кажется, она... Ну, как одна на всех троих? Давай яблочко лучше кинем. Ну, и яблочко кинем. Это оленята такие хорошенькие, да? Кстати, оп-оп-оп-оп, понеслась. Ну, а как? Ну, давай яблоки давай быстрее сейчас доставаем. Сейчас яблочко достану. Давайте. Давайте. Кошмар, да? Ну, все за мишками смотрят. Мишки там вообще милые. Кушайте. Ну, два яблока. О, уже 3 яблока. Ребят, запасы вообще исчезли. Да. Не знаю, ты, может, напополам, да, раскуси. Где мама, Микусь? Да тут непонятно. Тут и мама, и папа все вместе. Мама и папа. Я еще боялась, что у нас это, как сказать, много взяла. На вот эту длинную можешь дать сучек. Да Моника так уже пихает. У тебя какой носик хороший. Какой хороший носик. Ага, похож на коровок что-то все. И олени похожи, козлята, ясно. Ослинята, оленята. И вот второй спит рядом. Подними меня на руки. Монечка не видит, подними ее. А вот смотри, рядышком. Это мама? Наверное. Непонятно, может быть. Это ребенок? У меня мозаика была в детстве с тигром. Нет. Прям похож, да. Это ребенок? Да нет, это большой тоже тигр. Лапы громадные, вообще нереальные. Я бы хотел такого тигра. Пойдемте дальше. Ну, теперь у меня есть ты, теперь я тебя могу тискать. Ой, смотрите, а там козочки, что ли, тоже? Да, там тоже козочки. Все, еще раз 10 килограмм возьмем морковок, яблок, банан. И все прочего. Мы же совсем забыли, тут еще есть в начале зебра. Где? Зебра. А где зебра? Ну, не здесь, в начале, пойдемте, я вам покажу. Ой, еще страусы. Страусы. Клетку с попугаями что-то не вижу. Я вам сказала, что они... Внизу, они здесь, ниже, да? Да. Сейчас мне казалось, они наверху. Не, 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 не. Пониже. Вот
Так... Попадаться с квазриками хочешь? Они выигрывают дачу. Мне кажется, да. Вообще классно так времяпровождение, так если не спешить. Покормить козликов. А мы сейчас зебру пойдем кормить. А мы своих найдем. Последним яблоком. Здесь беседка достаточно такая приятная. Заплетенная машлиши. Там не было заплетено. А тут белые эти павлины, да, получается, да? Пойдемте. Птиц очень много, ребят. И козыков, птиц, оленей. Ну да, дорогу. Да? Красивые. О, а это у нас кто? Не знаю, что-то интересное. Попугай какой-то, да? Нет, вон тоже павлин. А, да, павлин. А это... Это цветной павлин. Черноплечий павлин. Или чернокрылый, я даже не знаю, как будет павлин. В общем, павлин обыкновенный. Маленький фикс идея покормить всех. Они фрукты не пришли. Я другого кушаю, да что-то. О, смотри. О, рысь. Отойдите. Вам. Фу, навонял. А это голубой павлин. Вы видите рысь? О, я вижу рысь. Но она маленькая. Вон она сидит. Ой. Что ж такое? Ничего себе маленькая. Это маленькая, килограмм 20-25 весит. Ну да, он какой-то... Да вон она отсвечивается в уголку. Вон она. Видишь? Вят, видно? Как будто статуя в левом углу. Рысь. Красивая, да? С кисточками. А тут запах, кстати, зоопарка присутствует. Только начался, да? Не, ну ты просто весь зоопарк. Не, Микусь, это большой цветочек. Маленький какой-нибудь сорвём. Вот это, кстати, детская площадка. Несколько детских площадок. Что слышишь? Птички. Сейчас покормим всех. Смотри, какой трактор. Не синий, конечно, но тоже ничего. С пальмами. О, инжирное дерево. Прям тут. Инжирное? Или нет? Непонятно. Доченька, она вверху их нашла, пап, смотри. Вот они. О, огромное количество попугайчиков. Моника решила их своими руками покормить. У меня в детстве было много. В основном зеленые, один раз желтые, а еще в детстве голубые были. Большущие попугаи. Только пальчики не свои упусти. Ну, они относительно не больно. Не осталось. А что, яблок не осталось? Последний персик. Ну, на самом деле, не уверен, что они даже персики будут. Персики, мне кажется, будут, они тропические. У нас огурчик остался? По-моему, один, если остался. Пугатик. На, покорми их. Кушают. Не, они не будут кушать, да что? Они боятся. Да, они не кушают. Так что зря потратили. Взять или, может быть, да пускай, поешь? Пускай, может, это. Можешь. Осознает? Да, осознай свое счастье. Краснопопы обезьяны? Краснопопы обезьяны. Пойдемте, я же забыла, тут фламинго еще есть. Это надо в середине вон там спуститься. Ой, смотри, он прям правда краснопопый. Он прям сильно краснопопый. Кстати, достаточно агрессивный обезьяна. Ну, я вижу, он вон ходит, гоняет. Бомбит. Ага, бомбито. Пошли так это обойдем, там я забыла про фламинго. Это очередная клетка с оленями? Их тут очень много. Сейчас, Микусь, покормим. Вот и тут. Попугаи, везде попугаи. Ой, ну, ребят, кстати, последние 4 дня где-то в Анталии плюс 31, потом все, что там 29, 25. В общем, классная погода. Так что, если вы уже поедете в зоопарк, то уже будет, скорее всего, хорошая погодка. Ой, как красиво поют попугайчики. Вон там сидит. Большой такой. Это кокоду. Ага. Видно вам? Красиво поют, да? А вот эти красненькие, чего не поют? Не знаю. Дальше, думаешь, фламинго? Ну, прям райский уголок, тут как-то у них прохладно. Это огромные, в которых в Сочи сфотографируются. Ё-моё, я не знаю, как показать. Видно ребятам? Наверное, нифига не видно, да? Стекло, по-моему, дальше.
А, да? А, да, точно. Вон большие ары, да. Всякие ары. Всякие ары. Ну вот они там сидят. Как? Ой, сколько обалдеть. Смотри, четыре большие, сразу, да. Четыре вон. Ну, у них тут хорошее такое пространство достаточно. Не знаю, сколько им хватает или нет, но... Мне кажется, не хватает. Но все равно не клетка. Пойдемте на фламинго смотреть, на зебр. Еще что-то. Да, руку можно там потерять, если сунуть. Ой, тут грязюка. Тут грязюка, аккуратно. Ой, давай сюда, ко мне. Ой, и тут грязюка. Ой, улитки. Вот фламинго. И фламинго, и капибары, которые у нас папа любит. Такие смешные. Они необычные. 40-65 килограмм весит. А по ней видно, смотрите, здоровенная. Это что, это как я, что ли? Ну, это, наверное, килограмм 40 весит, да? Мне кажется, это еще маленькие, если честно. Мне кажется, это девочка такая. А вон там побольше, как свинки такие маленькие. Ага. Кстати, говорят, очень вкусные. Пойдем кормить, пойдем кормить. Сейчас будем. Ой, смотри, а там дядя в клетке с фламинго сидит. Интересно, что за вид. Ой, как много. Так, подожди, стой. Ну, сейчас жди маму. Маму первый раз. И... Маму забыли. Фламинго, пойдем? Они очень красивые. Га-га. Га-га, как гуси. Ой, какие красивые. Конечно, здорово было бы в такой естественной среде бы их увидеть. Но так тоже ничего. Все отбрызгивает. Фламинго. А как покормить, Микусь? Тут стекло. Розовый флаг. Сколько их много, как будто искусственные, да, из-за этих ног розовых. Они ходят. Ты видишь, какие у них розовые ножки интересные? Есть. А, вижу. Ой, ну территория просто вообще классная. Хорошо, что она вся практически в тени. Валяться, все, пришли? Все, пришли, а зебру пойдем кормить? О, смотри, какой вкус. Ага. Не, ты посмотри, какой вкус. Ну я видела, видела. У нас ребенок уползает. Укатывается. Ага. Давай полежим, отдохнем. Мы как назло не взяли, мы обычно берем этот пледик. А так, кстати, аккуратно можно быть, могут быть клещи. Ну, конечно, ты балдежно лежишь, я прям тебе завидую. Осень началась, листики опадают. Да, они все время падают. Ну, не-не, они ближе к осени посильнее. Пойдем. Да. Красивый такой. Научилась. Фонтанчик красивый. Ой, чей-то веник. Микусь, это чей-то веничек подметать. Это чужой, доченька, оставь, чужой. Пойдемте, я там уже страусов заметила. Там, кстати, на них указателей нет. Гав. 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 И, ребят, берите с собой еду, не знаю, тут где-то было на карте, что здесь есть кафе. Может, вот это? Ну, по факту его тут, не знаю, может, оно тут и есть, конечно. Не видать. Ой, такая природа вообще балдежная. Тут ива, зелень. Так, а здесь страус. Пап, вон страус большой. О, он, смотри, он подошел. Смотрите, сколько здесь страусов. Он в отдельной клетке тот. Так, этих вас, вам, наверное, не очень видно. А, не в отдельной клетке. Папа, он идет к нам. У вас есть... Смотри, как он несется. О, господи. Я катался на таком. Смотри. Прости, прости, сильно. Иди сюда, мы тебе еды дадим. Я не случайно. Такая... А почему страусятину не продают? Он такой большой? Пап, он не выпрыгнет к нам? Он не выпрыгнет к нам? Ну, думаю, голову он просунуть может, вон он. Дай что-нибудь поесть, или там уже ничего. Там, по-моему, половина персика и все. Тоже дали?
Папа, аккуратно, чтобы он Монечку не клюнул. Тут даже написано, что он откусит руку. Да. Откусил? Бьет очень неаккуратно. Ну да, он как это так. Нет, не ешь, это зебри, пошли. Не обрезывай. А вон индюк, смотри, идет. Или кто это, индюк, да? Да я не вижу издалека. Вот какой-то такой хищный страус. Он какой-то ходит туда-сюда, и да, мне кажется, он спокойно может. Хлебец? Вот это у него универсальная он шея. Любит попкорн. Любит попкорн? Все, пошли дальше. Животных. Красивый, да? Ага. А знаешь, какие на них классно кататься? Никак, мне кажется, нереально на них кататься. Они даже ходят, как-то спотыкаются. Ты-ты-ты! Папа катался! Я не помню, это папа без меня катался. Давай, Русик. Площада! Я хочу поиграть! Площада, я хочу. Сейчас, Микусь, до конца уже тут чуть-чуть осталось. Ой, а кто это у нас в зелени тут живет? Тоже страусы. Не, страусы, вон там, кстати, их много. Мне кажется, что-то тут другое живет. Объявлю, кто мы идем вообще? Нет. А вон табличка, прочтешь? Да, я вижу там. Я вижу кучу травы. Мне кажется, здесь и живет садовник. Тыква, тыква. Это зебра вообще. Да, тут как бы тоже страусы. Мне кажется, их, видимо, сюда можешь пускать на определенный период. Слишком много здесь зелени. Это страус Эмма. Эмма, да. Поменьше который. А, по-моему, кормушки лежат. На чем хочешь? О, вот! Ребят, я нашла жираф. Да, не было жирафа, зебру. А что это у нас? Еще Моника хотела покататься на жирафе. Это лос. Это лосик. Зебра. Кстати, зебра. Одна с мальчик, вон. А другая девочка. Мы на девочке сидим. Ну, на жирафе нереально кататься. Он два моих роста, наверное, только там, где сесть. Ну, слушай, и зебра тоже, видишь, мальчик. Ага. Не зебра, а жираф же. Жираф, да. Пойдемте дальше настоящих смотреть. Собачки гавкают. Так, где-то здесь уточки. А зебра где, я не понял. А, зебра вон туда, дальше. Это у нас здесь утки. Утки. О-о-о. По-моему, там тоже утка. Мне кажется, вот так, да, зебры? Ага. Это динозавр. Думаешь? Конечно. Может, ящерка просто? Нет. Ящерки тоже из яичек вылупляются. Вот голову видно, а где все остальное называется? Ой, вот так вот. Настоящий, вот он, видишь? Вот, наверх посмотри. Сейчас Настя все покажет. Посидеть. В общем, я думал, почему же все-таки лама похожа так на верблюда, а они же родственники, оказывается. А это у нас кто? Верблюд. Так, нет, так. Количество горбов. Ну да, ему. Ну, видишь, не подходит. Не придется очень далеко. А это у нас кто? Видишь, горбы, да? Два горба, они, кстати, давай. Так, этот верблюд вроде как не плюется. Слушай, а альпака, лама... Пойдем, слышишь, Настя? Альпака, лама и какой-то гуанака, они плюются, представляешь? Так он не идет, он на месте стоит. Матерь Божья, какие они здоровенные. Давайте на единичку поставлю. Так, подошел верблюдик. Так, что у нас есть? Персик, половинка последняя, все. О, банан, да, может там будет. Вот. Так. А может он в кожуре будет? Нет? Ну, растянем удовольствие. Так что засунуть, чтобы не пересекайте эту линию. Кушаем. Держи, держи, дальше кончик.
где же малыш? Какой смешной. Сейчас, опускай. Ну, засасывает. Ага. Пойдите, пожалуйста. Нет, спасибо. Спасибо. Все, пока-пока. Пакетик наш забирай. У нас осталось половина персика, конец зоопарка. И огурчик. Ну, мы можем это съесть сами. Но я хотела... пытаюсь покормить. Я хотела зебру покормить, и я им все оставляла. По-моему, во втором барьере. Слушай, а что там за дурдом какой-то? Может, вот это... собачек тренирует. Не знаю, ты слышишь этих собак? Ага. Как будто стая. Да вот, видишь, за забором. Ты думаешь, они там? Ага. Офигеть, там прям визг, как будто их там не тренируют, а изничтожают. Ну, слушай, ну, вон зебры, давай попробуем. Где ж ты видишь? Вон они, какие, у них даже кормушка в виде зебры. Прикольно. Да не подойдет, ты что, задний еще работник, тем более. И что, их можно кормить? Ну, видишь, они там это кушают. Мне нужна зебра, нужно кому-то дать персик. Пошел в той стороне. Такие смешные, как будто не настоящие, да. Не хотят. Ну и все. У нас Монечка превратилась после зоопарка. Фу, в собаку. Трава грязная, котеночка. Я тебе дома чистенькую дам. Пойдем. Так, еще немного, оказывается, я уже тоже про них забыла. Тут лебеди, уточки. Смотрите, какой лебедь большой. Ой, и вот эти утки, как они называются, забыла. Помнишь? Блин, забыл. Тоже забыл. Как они? Не апельсин. Нет, мандаринки? Да, похоже. Здорово. Белый лебедь и мандаринка. Уточка маленькая. У нас, кстати, во дворе. Я хочу покушать. Покушать? Дай что-нибудь персика. Персик хочешь? Или виноградинку. О, дочечка, они не кушают. Это мусор там, Микусь. Это у нас во дворе у ребенка утка живет дома. Ага. Ну, не во дворе, там как в комплексе, гусь. Да? Гусь. Гусь, думаешь? Нет, а вот этот что, это тоже гусь? Или, слушай, не можешь, утка, наверное. Утка, да, это что? Это виноградник. Как раз персик там, по-моему, остался. Виноградник. Да, попробуем, может, виноградник будет кушать. Но если не будет, то не будет. Одно кипим, да? Кс-кс. О, слушай, ест. Он не утонул, виноград? Ну, они нырять умеют? Виноградики плавают, по идее. Да кто их знает. Наоборот, наверное, сюда. Плавают или нет? Нет, тонет. Тонет. Наверное, утонул. Ой, мама! Да. Вон, утонул, смотри. Это он, не мама достал. Опыт? О! А это достал, слушай. Хитропопой длинной шеей. Хитропопой. Ой, какой мама. Ну, давай сюда тогда, вот, чтобы они отсюда. Пальчики убери. Убери ой, пальчики. Ой, мама! Ой, какой красивый. Это не мама, это лебедь. Ой, это мама. Большой мама лебедь. Большая. Да, мама большая, и папа. Лебедь, не знаю. Лебедь. Наверное, тоже. Ребенок. Как гадкий утенок. Да гадкий. Не, это сказка такая есть. Помнишь, читали? Потом он превратился в белого лебедя. Я хочу подзасовывать. Как ты думаешь? Ой, он прямо из рук взял. Ой, какой первый круг. Смешной круг. Он может дотать. Да, у него шея очень длинная. Что он может? А, нырять. А, глазами открытыми. Не, он закрывает глаза, когда ныряет. Хотя, может, нет, как он увидел виноградинку. У них прицел, что ли? А. Вот, а чуть копить еще виноградик есть. Кидаем. Ребят, мы обнаружили дерево, которое дает пельменные плоды. Очень сильно похоже на пельмешку. Обалдеть как. Денис думал, что они огурец не прокусит. Говорит, Настя, ты им бы поменьше смотри, дала. Нет, они, да, прям огурец. Ой, там еще хищная собака. Мне кажется, он даже не столько есть его хочет, сколько это. Погрызть просто. Потому что агрессирует. Да смотри, какие это бешеные. Ага. Я понимаю, о, людей, которые гусей боятся. Целый этот огурец упер, смотри. А у нас все нечем, Микусь. Шишечки они не едят. Котенок шишки не едят. Нашла. Нашла. Красивая. Пойдемте уже спать хочется. Мы уже тут часа 3-4. Не хочу побегать. Бегай, Микусь. По траве. По траве.
Значит, по асфальту она не бегает и не встала, а по траве она бегает. Где-то тут секрет. Я бы тоже так побегала. Папа показывает, как кататься. Какое-то новое изобретение. И отсюда видно какое-то кафе. Почему-то оно социальное. Что-то там социальное. Вот, не знаю. Но мне кажется, это даже не кафе, а там магазинчик. Ну, посмотрим, дойдем. Если что-то интересное, то покажем. Мне кажется, это семейный конь. Я тоже хочу. Ну да, семейный конь. Для всех. И я, и меня. Садись. Спасибо. Скрип какой. Да. А! В общем, сколько? 55 вышло? Мне кажется, в обычном магазине либо 20 вышло бы, да? 30. Ну, чуть дороже, да, где-то. Чуть подороже. Ну, тут не кафе, тут такое, но чисто снеки. И вон там пирожки несколько лежат. Вода, мороженое, пирожки. Все, больше ничего. Так, чтобы, ребят, берите с собой. Другого мы не обнаружили. Да, туалетиков тут несколько, кстати. Там на карте указано. Не? Вкусно. Обратная дорога такая же приятная. Это самый первый наш пруд, который мы с вами видели. Смотрите, сейчас там поливка идет. И видно радугу. Ну, вам видно радугу? Несколько радуг, причем. Забираться по радуге будешь? Красотища, конечно. Трава зеленая, где не поливают, сразу там дико желтая. Просто вообще, точнее, травы нету. Нереально красиво. Фух, сил, если честно, нет, я прям что-то по дороге засыпаю. Кажется, маленькие-маленькие. О, птенчики, идите сюда быстрее. Тут прям маленькие птенчики, уточки. Прям малепусенькие. Как Монечка хотела. Прям маленькие-маленькие. Ой, смотри, как. Их птенчики маленькие. Ну, они водички. До моей кафешки любимой не дошли, зато дошли, как всегда, до коровьего мороженого. Там, кстати, появились новые вкусы с гуавой, с маракуйей. Ой, моя любимая, белый шоколад с миндалем и с лимоном. Белый шоколад с апельсинкой. Да, с лимоном очень вкусно. Или с апельсином. Лимон. Арбуза вкусная, питахайя вкусная. Я тоже хочу лимон. Ой, о, Моника хочет лимонное. С гуавой вкусная. С маракуйей прошлый раз попробовали, тоже вкусно. Еще вкусная с газировкой. Если будете где-нибудь, обязательно попробуйте. Они по всему городу. Дочь шоколада взяла. Вкусная? Ну, шоколад, да. А вот это мой любимый белый шоколад, миндаль и цукатики. То ли апельсиновый, то ли лимонный. Я не знаю, написано апельсин, а по нарисован, апельсин, а нарисован апельсин. Лимон. Апельсин. Ну все, погнали. Ну что ты? Дайте поесть человека.